целом с вами Супернагибатор 3000 и я это пока топ-10 тупых женских имен. Один имя, а это Галю, блядь, звучит как говно у Ядинарона. Галя это как жирная бабка, которая работает на колзоже в магазине много, где это тупое имя. Ну а 9 место это Лариса, Лариса, бля, что это такое, блия, отное говно. А так вот Лариса крыса, не понимаю родаков, которые называют детей Лариса. Это ужас. 8 место это Вероника, Вероника Карл, это уже смололи, что это имя, блядь, сократили, да ника, это жесть, говно, фу, бля, ника, хуйка, пиздец, сука, ну нах. Дальше Владислава, это пиздец, как Валдейслава или Лада, это писец, ну нах. Короче, видос будет поделен на 2 части, всем пока.